Полицейские 33-го региона подвели итоги работы за первое полугодие 2016 года. В заседании коллегии приняли участие заместитель начальника Главного управления собственной безопасности МВД России Антон Ромейко-Гурко, начальник МВД России по Владимирской области Василий Кукушкин и начальники отделений, отделов и центров УМВД. По итогам обсуждения были названы лучшие отделения полиции 33-го региона. Среди них УМВД России по городу Владимиру, Мурому, Вязникам и Гусь-Хрустальному. Василий Кукушкин отметил, что за первые 6 месяцев 2016 года в области было совершено 10 344 преступления, на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика, отмечают правоохранительные, связана с раскрываемостью преступлений небольшой и средней тяжести. Также не допущено роста тяжких преступлений. Целенаправленно проводились мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов, противодействию распространению антиобщественной идеологии, выявлению и пресечению лиц и групп, совершающих преступления по экстремистским мотивам. Всего за полугодие установлено 6 лиц, совершивших 10 преступлений экстремистской направленности. Окончено расследование по 7 преступлениям, 6 с обвинительным заключением направлены в суд. За первое полугодие текущего года расследовано и направлено в суд 3576 уголовных дел. Раскрыты все совершенные убийства, их было 59, и изнасилования. С начала года раскрыты и 290 преступлений прошлых лет. Разыскан 291 преступник и 50 пропавших без вести. По эффективности раскрываемых преступлений Владимирская область находится на 7-м месте в ЦФО и на 25-м среди всех субъектов страны. Сейчас мы проходим очередной этап реформирования. В Национальную гвардию уходит ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительная работа, вневедомственная охраны, что усложнит на первых этапах значительно оперативно-служебную деятельность. В полицию вливается подразделение по вопросам миграции и контроль за наркотиками. Принимаем все меры, чтобы сохранить кадровое ядро этих служб и максимально обеспечить решение возложенных на них задач.